Здравствуйте, друзья! Канал Смокиш на выезде. Мы сегодня на большом фестивале, который называется «Отгадать как?» Ромашково поле. Видите, все в ромашках. И мы вновь возвращаемся к нам троим. Все видели ромашки? На фестивале «Ромашково поле» нас пригласили организаторы. Отгадайте, почему? Как-то месяц назад Игорь восстановил, точнее, балалайку. Старинную русскую балалайку по старинному рецепту. И снял видео с игрой для лесных жителей. Хороший стиль, да, где мы с ним участвовали. И снял видео с Костик. Это видео увидели организаторы. Очень быстро все завертелось. И вот мы уже оказались здесь, практически сегодня. Именно с этим материалом мы и выступали. Но сделать это за честь, выступить на таком мероприятии, я думаю, что это очень гордая вещь. Да, несмотря на то, что мы рокеры, но, видимо, материал пришелся, лег медом на сердце наших православных братьев, да, и сестер. Вот, и мы получили заслуженную награду за выступление. Мы сыграли 5 песен, и вот нас ударили благодарственным письмом, однако. Да, это называется грамота. И видите, что написано? Впервые вы видите название группы, которая называется «Трио Лубочная ярмарка». Думали, как это назвать, назвали экспромтом моментально. Да, все, это очень большой экспромт. Мало того, на прекрасный обед у нас был в трапезной. Замечательно. Да, нас одарили еще сувенирами. Вот смотрите, сейчас покажу, да. Вот у нас из коробочки выглядывает милая собачка. Так что, господа музыканты, если однажды у вас будет такое приглашение, не бойтесь, не стесняйтесь. Надо обязательно участвовать в подобных мероприятиях. На свежем воздухе. На свежем воздухе, в прекрасных подмосковных местах. И, так сказать, искусство в массах. Ну и видео, кстати, прилагается, соответственно, да? Ну, конечно. Видео выступление. Мы сняли один номер, к сожалению. Вот. Но он вас тронет, все ваши струнки души. Да. Здравствуйте, наш трио называется «Лубочная ярмарка» с программой «Русская колея», придуманная Алексеем. Справа от нас ударник Алексей, Константин Лекаченков и я. И немножко расскажем о инструменте, который у меня в руках. Это балалайка, но такой балалайка была до 1900 года, то есть много-много сотен лет. То есть вот это как раз исконно русский вид и стиль. Выдолблена она из цельного куска дерева, из яблони, за один раз. То есть фактически сейчас у нас есть уникальная возможность послушать балалайчные наигрыши практически 16-17 веков. Итак, поехали. Первая песенка называется «Ой, да как на хуторе». Thank you.
пофантазировать и представить, что примерно так это все и звучало в каком-нибудь 1650 году. Следующая вещь, помедленнее такая, она называется «Пристань для усталого сердца». На этом наш репортаж закончен. До следующих видео, пока.